Так, ну сейчас мы слили емкость и покажем, как плавно и под нагрузкой в 5 килограмм, вот емкость 5-литровая, налита водой, как опускается и поднимается. В начале хода есть плавность хода, в конце к платформе тоже плавный ход. И на выходе платформы тоже имеется, вот видим, плавно поднимается платформа. В принципе, все. Машинка собрана. Все закрыто. Вот такой вот у нее вид.